подкасты. Это я, Сергей Рожев, и мы проводим анбоксинг на ручку-невидимку. Вот она. Это кухня. Прожектор. Ну, это не стирачка, конечно. Ну, короче. Сейчас подсвечу. Это филет. Привет. Должно быть видно. Так. Вот сам сердечный, ну, он маленький. Ну, сначала был большой, но я потратил. Что ж, давайте посмотрим, как он действует в детстве. Сейчас я напишу что-то, а вы посмотрите. Ну, сейчас включена лампочка, это соединяется. Ну, вот так. Так, сейчас напишу. Парочку секунд. Так, включается, ну, тут специальный комнаточек. Давайте посмотрим, что я написал. Так. Вы должны увидеть обычную бумажку. Ну, сейчас наклонимся. Обычную бумажечку. Ну, обычная, приобычная бумажка. Но если мы посветим на определенную зону. А сейчас парочку минут. Посмотрите, что за колбы. Ну, один пачку. Один пачку посоветовал. Ну, не один. А потом. Вы сейчас видите, что на экране, волнуйтесь. Главное, чтобы не взял кнопочку паузы. Вот сама кожа. Ну, так совсем. Сейчас посмотрю. Ну, теперь как раз вовремя. И сейчас мне надо какую-то пору. Ну, папа, мои дорогие зрители. Вот, включаем. Ну, она голубенькая, ну, для вас. Ну, как все, я только вот. И вот. Ну, извините, что я плохо пишу. Ну, когда, ну, вы видите, видно слово «привет». Ну, я прямо у камеры серую. Вот. Ну. Сейчас. Ну, дорогие зрители, я поставлю. И сейчас поставлю. Ну. И посмотрим, что у нас получится. Получился слово все видно. О, тут привет. Простите, что я снимаю ролики подольше. Ну,
Мне надо показать вам слово привет, иначе это будет плагиат. Если не знаете, что это плагиат, то смотрите в YouTube, там уже снято куча роликов про этот плагиат. Да что такое? А, точно, я совсем уже забыла. Вот так можно. Надеюсь, вы чуть-чуть при... Сейчас подвину вверх. Привет. Видите, там плохо написано. Привет. Это был анбоксинг на ручку-невидимку. Всем удачи и всем пока.